Более 5 миллионов – самый солидный президентский грант, полученный проектами из Мордовии. Его получила организация «Подвиги», которая рассказывает о героях, обычных людях вот уже 6 лет. Заявку на конкурс подали впервые, и сразу победа. Благодаря гранту портал с интерактивной картой героев и информацией об их отважных поступках заработает в феврале 2020 года. Вы заходите и сразу можете посмотреть, сколько в стране героев. То есть вот количество точек на карте, оно уже впечатляет само по себе. Когда вы начинаете читать, начинаете знакомиться с этими историями, начинаете смотреть, что в разных городах, больших и маленьких, абсолютно неважно, дети, женщины, мужчины, пожилые люди, все они могут стать героями, все они уже герои. И это, конечно, очень вдохновляет. Пользователи портала «Обычные герои» смогут сами добавлять или дополнять истории. Проект вызвал интерес у общественности, но это далеко не единственное начинание команды «Подвигов». Одна из основных целей – развитие и приобретение навыков управления и взаимодействия как с государством, так и с другими общественными организациями. Поможет в этом программа акселерации мастерской управления «Сенеж». В нее из 2000 проектов были отобраны 73 лучших, в их числе и «Подвиги». Подобранная команда экспертов, закрепленная за каждым проектом куратор, который ведет проект и показывает, где его перспективы, где его ошибки, где его, может быть, какие-то узкие места. Да? И это специалисты, уже высококлассные специалисты, которые не просто являются преподавателями в Сенеж, да? А они, в принципе, уже реализованы, у них реализованы проекты есть. И они знают, как это работает. А вся остальная программа построена на вебинарах и очном обучении. Еще один масштабный проект «Подвигов» – издание книги «Волшебные сказки о детях-героях». Туда войдут истории 30 смелых ребят со всей России, среди которых и наши земляки. Это Полина Кияйкина, которая помогла спасти пожилого мужчину от инсульта, Влад Минченков и Никита Вадяса, предотвратившие пожар, а также Кирилл Кимайкин, спасший младшую сестру из огня. В доступной для детей форме там изложат истории об отваге и героизме, а также дадут советы о том, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, и расскажут о повседневной технике безопасности. Ирина Семенова, Андрей Просвиркин. Народные новости.